нас очень много дел, что вы должны успеть за эти два дня, но мы уверены в своей цели. Мы знаем, что в пятницу в 10 часов вечера мы ждем всех, любых туристов, резидентов нашего города, любых национальностей, любых возрастов, любой степени твердости, алкоголь и употребления. Ждем в нашем заведении. Это будет бар, коктейль и дискотека, водка-бар. Довольно известное название в мире. Позиционируем мы себя как заведение, в котором будет представлено как минимум, то есть сейчас на день открытия у нас представлено 30 сортов водки. Это правда? Это правда. Это то, что есть у нас сейчас. И мы планируем довести это количество сортов водки до 100. Ого, замечательные, да, творческие планы. Ну, это планы такие, которые основаны не на нашей фантазии, а то, к чему мы стремимся. Водка, абсолютно разные названия, там, начинают Смирнов, Абсолют, ну, такие названия, которые даже я, как русский человек, первый раз для себя открывала. Огромное количество коктейлей, всех возможных известных баров.